первого круга первенства Москвы среди спортивных школ юноши 2008 года рождения. Итак, первая подача от Ильи Мокрова, образно говоря, в космос. Совсем не получилось. 1-0, Виктория 2 ведет. Мощная атака. Атаковал Иван Клепцов. Игра продолжается. Хороший прием демонстрирует Виктория 2. Скидка по сету. Сергей Ступак открывает счет для Бауманской в этой игре. 1-1. Подача готовится Алексей Каратенко. Начинаем считать ошибки Бауманской. Две подачи было у Бауманской, и все две подачи Бауманская подарила Виктории. Работает блок у Виктории. Один, Виктория 2 впереди. Атака вау со стороны Виктории. 2-3. Тимофей Таганов на подачу. Команды играют без атак пока что. Приходится отыгрывать неудобные мячи. Скидка за блок. Сергей Ступак. Вернее, даже не за блок. Получается, скидка в котел. Спортсмены. Котел – это когда спортсмены располагаются по краям площадки. И в центре круга большое пространство, свободное. Вот в этом котле оказывается мячик, и очень трудно оттуда достать его. 3-3. Подавал Тимофей Таганов. Работает блок. Сергей Ступак блокирует атаку от Виктории и выводит Бауманскую вперед. 4-3. Тимофей Таганов подает в аут. Минус 3 у Бауманской на своих подачах. 4-4 счет. Иван Клепцов мощно до пола. 5-4 в пользу Бауманской. Подача 15-й игрок, шорт Бауманская. Сергей Ступак. Мощная силовая подача. Вау! Пока что у Бауманской удачные подачи получились у Тимофея Таганова. И больше ни у кого. Не разбирается с мячом на своей половине поля Виктория 2. Мяч на сторону Бауманской не возвращается. 6-5. Бауманская на одно очко опережает Викторию 2 в первой партии. Получилось поднять атаку. Бауманская осталась без атаки сама. Атака мимо площадки.
счастью, Бауманской 7-5. Григорий Кичкир готовится к подаче. Получится ли у Григория? Да, Григорий подает. Это уже большой плюс. Работает блок. Алексей Короденко блокирует атаку. Это приносит еще одно очко Бауманской. 8-5. Григорий Кичкир. В подачах ставка на надежности. Это лучше, чем подача в аут. Атакует Виктория 2 и пробивает защиту Бауманской. Подача переходит на сторону Виктория. 6-8. Атакует Илья Мокров и упирается в блок Виктории 2. 7-8. Сеточный мяч. Виктория переигрывает Бауманскую в борьбе над сеткой. 8-8. Мощная силовая подача со стороны Виктории, но подача вау. 9-8. Подача ошибается не только Бауманская. Виктория тоже не отстает в этом вопросе. Короденко, центральный блокирующий, не успевает к атакующему игроку. Виктория атакует и забивает. 9-9. Отлично играет Бауманская. Быстрая передача от Тимофея Таганова. Алексей Коротенков забивает 10-й мяч. 10-9. Сегодня игра проходит в светлом, теплом зале. Не то, что вчера в морозильнике и в полумраке. Обстановка гораздо приятнее. Сергей Ступак сбрасывает переходящий мячик на сторону Виктории. 11-9. Илья Мокров. Силовая подача. Иван Клевцов атакует в сетку. Десять 11. Счет отсчитываем со стороны подающих. 10 у Виктории 2. 11 у Бауманской. Скидка. Котел. Виктория уже готова к таким скидкам. Тимофей Таганов пытается сделать скидку, но Виктория разгадала его намерение. Ответная скидка. И счет 11-11. Сергей Ступак не принимает, казалось бы, простой мяч. 12-11. Виктория выходит вперед. Иван Клевцов. Не получается сегодня атаки у Ивана. То в сетку, то в аут. Вместо Ивана Клевцова в игру вступает Федор Жуков. 7-й номер шор Бауманской Московской волейбольной академии. Виктория уже на 2 очка опережает Бауманскую. Есть
Алексей Каратенков забивает 12-й мяч. У Бауманской минус 1. 12-13. Подавать будет Алексей Каратенков. Герой предыдущего розыгрыша. Это эс! Великолепно! Браво, Алексей! Счет равный 13-13. Алексей Каратенков. Сегодня Алексей рулит. Капитан команды. Подача в сетку. Очень много ошибается Бауманская на подачах. 14-13. Виктория впереди. Атакует Сергей Ступак. Упирается в блок его атака. 15-13. Отличная атака из шестой зоны. Илья Махров добывает 14 очко. 14-15. У Бауманской минус один, Бауманская в догоняющих. Тимофей Таганов на подаче. Не хватает роста Григорию Кичкиру играть на сеточном мяче. 20-й высокий номер Виктория выпрыгивает выше Григория, атакует и забивает 16-й мяч. 16-14, Виктория впереди. Есть, нет, Виктория защищается. Все получается у Виктории. Мяч в игре. И опять получилось отыграть. Нет, не получилось, мяч не вернулся на сторону Бауманской после атаки Федора Жукова. 15-16. Никак не получается Бауманской догнать Викторию. Сергей Ступак готовится к подаче. Эйс! Это эйс! Красивый, блестящий эйс в исполнении Сергея Ступака. Счет равный 16-16. Мимо площадки, очень рядом с линией. Сергей даже немножко поспорил с судьбой, показывал, что мяч в поле. Виктория впереди, 17-16. Кирилл Багарян не принимает подачу. 18-16. Тайм-аут берет тренер Бауманской. Перерыв. Продолжаем смотреть первую партию во встрече. Бауманская, Виктория 2. Виктория впереди. 18-16. У Бауманской очень плохой прием. Это просто разваливается вся игра. К счастью, Бауманской атака Виктория мимо площадки. 17-18. У Бауманской минус 1. Подавать будет Григорий Кичкир. После подачи Григория мяч на сторону Бауманской не возвращается. 18-18. Подача в аут. Очередная ошибка на подачу у Бауманской. Полпартии уже Бауманская проиграла на своих подачах.
быстрый прострел, не успевают блокирующие к Алексею Каратенкову. Не получается атака у Алексея. Но за счет того, что он играл на чистой сетке, без блока, мяч залетает на сторону Виктории. Мяч на счету Алексея Каратенкова. 19-19. Целая подача в исполнении Федора Жукова. Хорошо отыграл в защите Кирилл Багарьян. И Алексей Каратенков сбрасывает мяч на сторону соперника. 20-19. Бауманская на очко опережает Викторию 2 в первой партии. Федор Жуков. И это эйс. Здорово. Команда поздравляет Федора с отличной игрой. У Бауманской преимущество в 2 очка. Это не так много. Здесь еще время отыграться у Виктории. Виктория без атаки после мощной подачи Федора. Илья Махров пробивает двойной блок Виктории. 22-19. Тайм-аут берет тренер Виктории. Перерыв. Смотрим концовку первой партии. 22-19. В пользу Бауманской на подаче Федор Жуков. Атака по переходящему мячу. Не получилось у Бауманской отыграть сеточный мяч. 20-22. Атакует и забивает. 23-20. Илья Махров, силовая подача. Работает блок Бауманской против высокого 20-го игрока Виктории. Атака поверх блока. Первый темп Алексей Каратенков. Забивает 24-й мяч. 24-21. Сетбол подавать будет Алексей Каратенков. Силовая подача, рискованная. Алексей подает в аут. Придется, наверное, все-таки Алексею перейти на надежные подачи. Федор Жуков ставит точку в первой партии. Скидка за блок. Не получается Виктории поднять этот мяч. Первая партия заканчивается со счетом 25-22 в пользу Бауманской. Перерыв. Звучит свисток на продолжение игры. Вторая партия. 0-0. Счет по партии Мадидоль в пользу Бауманской. Встречаются Виктория 2 и Бауманская. Первенство Москвы. Сергей Ступак открывает счет. Во второй партии на позиции связующего у Бауманской вышел Андрей Припутень. К подаче готовится Илья Махров. Силовая подача.
Мишка теряет мяч. Не могу сказать, какая была ошибка. Арбитр дал свисток. Сергей Ступак атакует сетку. 2-1. Виктория впереди. Атаковал Сергей Ступак. Атака получилась в блок. Но от блокирующих мяч уходит вау. 2-2. Алексей Горакенков. Нет, все-таки силовая подача. Не отказался Алексей. Атакует Виктория и попадает в линию. У Бауманской на задней линии не было защиты. Очень важно, конечно, в волейболе занимать правильные позиции, предугадывать, куда может полететь мяч, закрывать зоны. Не всегда это получается, но к этому надо стремиться. 3-2. Виктория 2 впереди по второй партии. Двадцатый номер перехватывает все скидки и переигрывает Бауманку возле сетки. Четыре два. Отлично защищается Виктория. Поднимает атаки от Бауманской. Пока что, правда, сама не атакует. Ну вот, первая атака Виктории, которая получилась. И Виктория пробивает защиту Бауманской. Бауманская не защищается. 5-2. Виктория впереди. Подача в аут. 3-5. Бауманска минус 2 в начале второй партии. Иван Кольцов на подаче. Григорий Кичкир цепляет мячик. Лучше бы он этого не делал. Мячик падает рядом с Григорием. Конечно, к этому мячу никто не успевает. 6-3. Атаковал Сергей Ступак мимо площадки. Возможно, надеялся попасть по пальцам блокирующих. Не получилось. 7-3. Виктория набирает преимущество. Атакует Григорий Кичкир и задевает сетку. 8-3. Тренер Бауманской берет тайм-аут. Игра продолжается. Атакует Иван Кольцов, площадку не попадает. Иван обладает мощным ударом, но его удары не точны. 9-3. Илья Махров. Наконец-то забивает такой долгожданный мяч. 4-9. На 5 очков опережает. Это Сергей Ступак. Поздравляем. Было мощно, красиво. 5-9.
поверх блока. Ну вау, 6-9. У Бауманска получается немного сократить разрыв в счете. Разрыв 3 очка. Отлично работает блок Бауманска. Григорий Кичкир. Получается заблокировать мощного третьего игрока Виктория. 7-9. Минус 2 у Бауманска. На подаче по-прежнему Сергей Ступак. Неудачный прием у Бауманска. Виктория атакует по переходящему мячу и удерживает преимущество во второй партии. Счет 10-7 в пользу Виктории. Подача в аут. Ошибается седьмой игрок Виктории. 8-10. Григорий Кичкир. Забивает, бьет накатом через блок, попадает практически в котел, не получается поднять мяч у Виктории. 9-10. Минус 1 у Бауманска. Григорий Кичкир на подаче. Атака в аут, счет равный 10-10. Тайм-аут берет тренер Виктории. Смотрим вторую партию во встрече. Бауманска и Виктория. Ой, какая хорошая скидка. У Бауманска игроки уснули и проспали эту скидку. Атаковал Илья Махров. От блокирующих Виктория. Мяч приземляется на стороне Виктория. 11-11. Счет равный. Илья Махров. Получается заблокировать атаку у Ильи. Двенадцать одиннадцать. Подавал Андрей Трепутень. Атака. Срабатывает блок Бауманской, но блок аут. 12-12. Кирилл Багарьян. Неудачный прием мяча. А в этом случае не может быть никакой атаки. Из-за плохого приема Бауманска проигрывает этот розыгрыш. 13-12. Виктория выходит вперед. Илья Махров атакует в блок. 14-12. Виктория впереди.
Отлично защищается Виктория. Иван Клепцов проигрывает сеточный мяч. Виктория передавливает Ивана. Придавливает мяч на сторону Бауманской. 15-12. Вместо Ивана Клепцова в игру вступает Федор Жуков. Перехитрил защиту Виктории. Не стал долбиться в блок. Скидка за блок. И Виктория не поднимает этот мяч. 13-15. Минус 2 у Бауманской. Подавать будет Илья Махров. Каратенков вроде бы блокирует мяч, но мяч срезается на сторону Бауманской. Не хватило реакции Сергея Ступака поднять этот мяч. 16-13. Виктория впереди во второй партии. И опять плохой прием. Задержка мяча фиксирует арбитр. Мяч был поднят ладошкой. И это сразу фиксация задержки мяча. В этом случае, наверное, все-таки кулаком надо поднимать мяч ребром, ладони, но не ладошкой. 14-16, Бауманская минус 2. Алексей Каратенков. Неудачно распорядились спортсмены Виктории на своей половине поля с мячом и проиграли этот розыгрыш. 15-16, Бауманская минус 1, подает Алексей Каратенков. Быстрый прострел вдоль сетки, атакует 20-й игрок. Высокий, мощный игрок, много приносит проблем Бауманской. 17-15. Не удается в этой партии Бауманской догнать Викторию. Атаковал мощный третий игрок Виктория. К счастью, Бауманской не попал в площадку. Атака в аут. На подачу Федор Жуков. Обладает хорошей мощной силовой подачей. Виктория справляется с приемом. Отличная атака в линию. Разобрался с этим мячом Сергей Ступак. Не оставил шансов защитникам Виктории. Счет равный. 17-17. На подачу Федор Жуков. Касание сетки фиксирует арбитр у игроков Виктория. Бауманская вышла вперед. 18-17. Продолжает подавать Федор. Федор самоотверженно играет, поднимает сложный мяч. Игра продолжается. Еще одна атака. Атака в край блока. 18-18.
вышли, первый темп. Поздравления принимает Григорий Кичкир. Доволен Андрей Тайпутень. Хорошо получилось сыграть у них в этой ситуации. 19-18. Убамовский плюс один, на подаче Сергей Ступак. Федор Жуков. Мощная, блестящая атака. Хоть и попадает Федор в край блока. Но мяч остается на стороне Виктории. Тайм-аут. Вторая партия. Во встрече Бауманской, Виктория 2. Счет 20-18 в пользу Бауманской. Это Сергей Ступак. Принимает поздравления. Повторяется ситуация прошлой партии, где в конце партии Бауманская ускоряется и обходит Викторию. И это еще один эйс. Сергей Ступак. На подаче Сергей Ступак. Головая подача. Есть прием. Виктория без атаки. Сработал блок Бауманской. Григорий Кичкир. Работает. Все получается. Блокирующих Бауманский мяч. Падает под сетку на стороне Бауманской. 19-22. Подача переходит к спортсменам из Виктории 2. Григорий Кичкир. Ребята играли первым темпом, атаки не получилось, но получилась скидка. Скидка за блок. Григорий Кичкир забил и вышел на подачу. Илья Мокров. Мимо блока, мощно, по диагонали, до пола. Ну нет, нет, конечно, там на задней линии сыграл защитник. Но не получилось уже поднять мощную атаку Ильи. 24-19. Сетбол. Григорий Кичкир. Мяч в сетке. В хоккее, в футболе, когда комментатор говорит «мяч в сетке», это радость для спортсменов и болельщиков. Но в волейболе мяч в сетке – это проигрыш очка. Федор Жуков, как и в прошлой партии, забивает победный мяч. Но это всего лишь вторая партия. И мы знаем игры, когда ситуация разворачивалась на 180 градусов. 2-0 по партиям в пользу Бауманской. Перерыв. Напоминаю, мы смотрим первенство России среди спортивных школ 2008 года рождения. Бауманская защищается. Илья Мокров принял мощную атаку. Но первое очко достается Виктории. Третья партия. Счет по партиям 2-0 в пользу Бауманской. Но эти партии были непростые для Бауманской. Счет. Виктория всегда набирала больше 20 очков. Бауманска забивает первое очко. В третьей партии 1-1. Подавать будет Алексей Каратенков.
подача в аут. Да, Алексей, тренируйся. Силовые подачи, конечно, у тебя летят хорошо, но очень часто мимо площадки. 2-1. Виктория впереди. Есть, Иван Клевцов. Наконец-то получается у него атака. 2-2. Тимофей Таганов на линии подачи. Касание сетки, что ли, я не понял, фиксирует арбитр у кого-то из игроков Бауманской. 3-2. Виктория впереди. Неудачный прием у Бауманской. Иван Клевцов. В третьей партии разогрелся, разошелся Иван. Атакует мощно до пола. 3-3. На подаче Сергей Ступак. Сегодня уже забивал эйсами. Ай-яй-яй-яй. Не ожидал Сергей Ступак, что прилетит ему мячик. Атакует сетку. 4-3. Виктория впереди. Немножко завалил передачу Тимофей. Атаковал Иван Клевцов. Не получилось попасть в площадку. Подача совсем не получается у седьмого игрока Виктория. Улетает в глубокий аут. 4-5. У Бауманской минус один. Подавать будет Григорий Кичкир. Проходит скидка со стороны Виктория. Пытался поднять мяч Тимофей, но мяч срезался в другую сторону от сетки. 6-4. Шесть у Виктория, 4 у Бауманской. Мощно, и это эйс. Красивая, мощная подача в исполнении третьего игрока Виктория. Сейчас будет вторая попытка. Мяч в ауте. 5-7. Иван Клевцов. Иван забивает шестой мяч с подачи. У Виктории не получилось принять подачу от Ивана Клевцова. И заступ. Иван неоднократно делает заступы. В этой игре, правда, первый. Но в предыдущих играх тоже случаются эти вещи. Надо быть повнимательнее. 8-6. Виктория впереди. Ой-ой-ой-ой, перекидывает Тимофей, не дотягивается до мяча Илья Махров. 9-6, минус 3 у Бауманской, в третьей партии. И Иван Клевцов. Все получается у Ивана.
и, можно сказать, стихами из Мойдодыра. Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. Илья Махров, подача. Эйс, это эйс. Восемь-девять, Балмовская все еще в догоняющих. Переходящий мяч, Сергей Ступак сбрасывает под сетку. Счет равный 9-9. Большим трудом, но все-таки Бауманска отыгрывает. И мне показалось, что залез на другую. Да, так и есть. Арбитр показывает, что чужой мяч сыграл 20-й игрок Виктория. Что такое чужой мяч? Ну, мяч был на стороне Бауманской. И он рукой залез на сторону Бауманской. Скинул его, конечно, забил. Но это ошибка. Этот розыгрыш достается Виктории. 10-10. Счет равный. Неудачная передача. Алексей Каратенко блокирует атаку от 20-го игрока. 11-10. Бауманская выходит вперед в третьей партии. Одиннадцать-11. Виктория играет неожиданно для защитников Бауманской. Сергей Ступак добивает висящий над сеткой мяч. 12-11. Бауманская на одно очко опережает Викторию 2 в третьей партии. Очередь подачи доходит до Тимофея Таганова. Атакует Сергей Ступак. Не попадает в площадку. Мысль-то была правильная, под сетку, по диагонали, но за пределами площадки. Неудачный прием у Бауманской. Бауманская без атаки. Работает блок. Григорий Кичкир, Сергей Ступак двойным блоком добывают 13-е очко и выводят Бауманскую вперед. 13-12. Подавать будет Сергей Ступак. Кто-то перемудрила Бауманская. Осталась без атаки. Оставили Викторию на чистой сетке. Атакует по центру игрок. Никто не мешает играть ему. Добивает до пола. 13-13. Подача в сетку. 14-13.
Григорий Кичкир. Поднимает атаку Тимофей Таганов. Повторная атака со стороны Виктории. И мяч залетает в котел. Неудачно расположились игроки Бауманской. 14-14. Очень ровная партия. Команды идут, как говорится, ноздря в ноздрю. После приема мяч ударяется в перекладину на потолке. Виктория проигрывает 15 очков, 15-14. Работает блок. Тимофей Таганов смягчил атаку. Илья Махров атакует блокирующих. Мне показалось, возможно, прошла бы атака в линию. Но то, что кажется со стороны, не значит, что так и было на площадке. 15-15. Высоковата передача для Ильи Махрова. Не дотягивается Илья до мяча. 16-15. Виктория выходит вперед. Иван Клевцов. Мощная атака под заднюю линию. 16-16. Позицию связующего выходит Андрей Трепутень. Тимофей Таганов, Андрей Трепутень делят игру по-братски. Поровну. Илья Махров. Виктория выходит вперед. Хоть и сработал блок, но от блокирующих мяч приземлился на стороне Бауманской. 17-16. Ой-ой-ой. Получилось Андрею Трепутень поднять мячик. И атака в сетку. Бауманская проигрывает. 18 очко. 18-16. Минус 2 у Бауманской. На площадку выходит Федор Жуков вместо Ивана Клевцова. Андрей Трепутень делает неудачную передачу. Никому неудобно было атаковать. И вообще потеряли мяч. 19-16. Минус 3 у Бауманской. Сергей Ступак. Мощно, красиво. До пола. 17-19. У Бауманской минус 2. На подачу Алексей Каратенко. Проходит скидка. Был на чеку Федор Жуков. Поднял эту скидку. Еще раз. Работает блок. Григорий Кичкир. Илья Махров отыгрывает сложный мячик. И мяч залетает в котел.
18-19. У Бауманской минус один в третьей партии. Напоминаю, встречается Бауманская и Виктория. Виктория 2. Алексей Каратенков подает в аут. И дарит очко Виктории. 20-18. Виктория впереди. Атакует по пальцам блокирующих и от блока за спину уходит в аут. 19-20. Бауманска все еще догоняющий. На подаче Андрей Трепутень. Тайм-аут. Команда вернулась на площадку после тайм-аута. Подавал Андрей Трепутень. Атака со стороны Виктории, атаковал третий номер, но упирается в блок Бауманской. Счет равный 20-20. Андрей Трепутень. Подача в аут. Получает желтую карточку Андрей Трепутень. Очень уж эмоционально реагирует, возможно, даже матерными словами. Но это доброе наказание. Арбитр не хмурится, улыбаясь, показывает желтую карточку Андрею. Игра продолжается. Сергей Ступак. Получается хитрость, скидка за блок. 21-21. Сергей выходит на подачу. Что ж такое-то? Бауманская! Тренируйте свои подачи. Это просто из-за ваших этих ошибок на подачах. Сейчас можете удлинить себе игровой день. Атаковал Илья Махров. Атака в аут. То есть в аут в блок. 23-21. Третья парта под угрозой проигрыша у Бауманской. Там тайм-аут берет тренер Бауманской. Перерыв. Ну что ж, Виктория, я думаю, захочет сейчас забрать эту партию себе. Отлично увидел площадку третий игрок Виктория. Сбрасывает мяч на заднюю линию. Где никого нет из игроков Бауманской. 24-21. Похоже, Бауманской проигрывает третью партию. Тайм-аут. Сетбол в исполнении седьмого игрока Виктории 2. Отлично защищается Виктория. Атаковал Федор Жуков. Мощно атаковал. Мне кажется, мяч не попал в площадку. Но судья показывает, что у кого-то из игроков Бауманской, по-моему, сетка была. Касание сетки. Бауманской проигрывает третью партию со счетом 25-21. Очень много проиграла на подачах очков Бауманская. Но теперь это уже история. Если бы ДКБ, надо смотреть вперед. Бороться и побеждать. Но это не точно. Перерыв. Мы смотрим первенство Москвы по волейболу среди юношей. Федор Жуков открывает счет четвертой партии. Атакует, добивает до пола. Встречается Бауманская Виктория 2.
Это последняя игра для Бауманской в первом круге. Илья Махров, подача. Неудачно располагается Бауманская на площадке. Проходит атака. Проходит в место, где нет игроков Бауманской. 1-1. Скидка за блок. Виктория поднимает. Атака по переходящему мячу. Сергей Ступак забивает второй мяч. 2-1. На линии подачи Алексей Каратентов. И это эйс. Алексей продолжает рисковать. Ну, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. В конце концов, наверное, все-таки Алексей доведет свою подачу до совершенства. Силовую подачу, я имею в виду. Сергей Ступак попадает в площадку. Да-да, не сомневайся. Арбитр все видит, подтверждает, было попадание. 4-1. Впервые в этой игре Бауманская начинает партию в пользу, свою пользу. Все три партии была в догоняющих. Алексей Каратенков. Илья Махров отлично защищается на задней линии. И после приема мяч ударяется в потолок. Мяч записывает на счет Сергея Ступака. 5-1. Результат из трех подач, две в поле, одна мимо. Это уже положительный результат. Не работает блок Бауманской. Третий игрок пробивает до пола. 3-5. Бауманская впереди в четвертой партии. Счет по партиям 2-1 в пользу Бауманской. С трудом Бауманская отыгрывает скидку. Андрей Трипутень поднимает скидку за блок. Цепляются игроки за мяч и... Мощно, отлично, красиво. Федор Жуков завершает этот розыгрыш. Отлично сыграл Кирилл Багарьян. Вытащил уходящий мяч из аута. Ну, вернее, не из аута, он... Или из аута. Но если бы он упал в аут, конечно, из Бауманской проиграл. Потому что от игроков Бауманской мяч уходил в аут. Федор Жуков мощно, но мимо площадки. 4-6. Сергей Ступак атакует в одиночный блок. Решил сделать ставку на силу. Не получилось. 5-6. Thank you.
Счет равный 6-6. Площадка возвращается Тимофей Таганов. Неудобную передачу дал Тимофей Таганов в аут Сергею Ступаку. Но Сергей умудрился из аута атаковать и забить мяч. 7-6. Он стоит впереди четвертой партии. Сергей Ступак. Силовая подача. Эйс. Это что? Нет. Арбитр показывает, что мимо площадки. Но игроки Виктории тоже понимают, что было попадание в площадку. Отдают мячик. Но арбитр своего решения не меняет. Сложились семерки. Седьмой номер на подаче. Счет 7-7. Федор Жуков атакует сетку. Красная карточка. Кому красная карточка? Федору Жукову красная карточка. Мутюкнулся, наверное, на поле. Вместо Федора Жукова на площадку вышел Иван Клевцов. 8-7. Виктория впереди четвертой партии. Подача. 10-7 в пользу Виктория. Перерыв. Подача в аут. 8-10. Бауманская минус 2. Смотрим четвертую партию. Счет по партиям 2-1 в пользу Бауманской. На подачу Григория Кичкир. Удачно расположились на площадке спортсмены Бауманской. В шестой зоне никого нет. Мяч попадает в шестую зону. Принимать некому. 11-8. Виктория впереди. Иван Клевцов. Мощно. Сквозь блокирующих. Мяч задевает кого-то из блокирующих. Тимофей Таганов. Два высоких игрока играют в блоке Бауманской. Иван Клевцов, Алексей Каратенков. Но совсем не мешают атаковать. По какой-то причине. Почему не работает блок Баумов, это просто загадка. 12-9, Виктория впереди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что за прием-то у Баумовской? Это ж... Вся игра разваливается из-за плохого приема. Опять не работает блок Баумовской. Почему-то не выпрыгивает Алексей Каратенков при атаке. Виктория 13-9. Так можно и проиграть. Иван Клевцов. Работает блок Виктория, надо отметить. К счастью, Бауманской уходит в аут мячик после
блокировки, атаки от Ивана Клевцова. Илья Махров. Силовая подача. Блок смягчает атаку. Также смягчает блок Виктория атаку Бауманской. И срезается мяч у восьмого игрока Виктории в сетку. Одиннадцать-13 у Бауманской. Минус 2 в четвертой партии. На подаче Илья Махров. Получилось поднять мячик. Отлично играет первым темпом. Наверняка Тимофей Даганов простреливает вдоль сетки. Быстрая игра. Алексей Каратенков пробивает до пола. Это было красиво, это было быстро. Это то, к чему надо стремиться. 12-13. Илья Махров на подаче. Атакует Виктория, попадает по руке Сергея Ступаку, но мяч уходит за спину Сергею. Хорошая доводка до связки. Есть! Атака в линию. Вот что значит хороший прием. У Тимофея Даганова есть варианты. Он понимает, кому лучше дать мяч. Спокойно в обстановке делает хорошую передачу. Иван Клевцов завершает атакой в линию. Вот так бы всегда. Алексей Каратенко, силовая подача в сетку. Алексей, Алексей! Сколько можно ошибаться на подаче? 15-13, Виктория впереди. Скидка за блок. Есть страховка. Бауманская также поднимает скидку за блоком. Скидка за блок. Да, да, да. Иван Клевцов все-таки получается перехитрить защиту. Скидку Ивана Клевцова Виктория не поднимает. 14-15. Бауманской минус 1. Подачу пошел Иван Клевцов. Опять близко к линии подходит Иван. Каким-то удивительным образом не получается блокирующим защищаться у Бауманской. Центральный блокирующий наконец-то работает блок у Бауманской. Сергей Ступак готовится к подаче. 15-й игрок Шор. Бауманская приносит проблемы Виктории. Виктория без атаки. Иван Клевцов, атака мимо площадки. Ну как же так, Иван? 17-15. Виктория впереди. Илья Махров. Илье, конечно, мешал атаковать блок, но получилось Илье пробить защиту. Бауманская все еще в догоняющих. 16-17. Григорий Кичкир. Есть!
Илья Матрос работает в блоке. 17-17. Счет равный. Напоминаю, вы смотрите четвертую партию в игре Бауманская Виктория 2 в первенстве Москвы среди спортивных школ. Проходит атака. Мяч летел в Ивана Клевцова. Не получилось Ивану что-то сделать в этой ситуации. Виктория впереди, 18-17. Атакует блок. Девятнадцать-семнадцать. Тайм-аут берет тренер Бауманской. Перерыв. Иван Клевцов реабилитируется, отыгрывает потерянное очко в прошлом розыгрыше. 18-19. У Бауманской минус один. На подаче Тимофей Таганов. И это эйс. Спортсмены Виктории были уверены, что мяч уйдет в аут. Но он опустился на линию. Счет равный, 19-19. Есть страховка, скидка не проходит. Сергей Ступак из шестой зоны, мощно в угол площадки. Бауманская выходит вперед в четвертой партии, 20-19. На подачу Тимофей Таганов. И это эйс. Связующий игрок приносит 2 очка на своих подачах в последнюю минуту. Тайм-аут берет тренер Виктории. Перерыв. Четвертая партия. Встречаются Бауманская Виктория 2. Счет по партиям 2-1 в пользу Бауманской. Фиксирует, что было касание у кого-то из игроков Виктории. Хоть мяч и был скинут в аут. 22-19. Тайм-аут берет тренер Виктории. На подачу по-прежнему Тимофей Таганов. Мяч на стороне Виктория. 20-22. У Бауманской преимущество 2 очка. Иван Клевцов, какой хитрец, переигрывает. Бьет накатом. Мяч закатывается в котел. Не получается поднять этот мяч спортсменам Виктории. 23-20. Илья Матрос. Мощно. Мяч попадает в блок. Мечется между блокирующими и опускается под ноги. 21-23. Мощно, красиво, вот так бы всегда.
24-21. Таймбол в исполнении Алексея Каратенкова. Но Григорию, конечно, надо было переместиться к мячу. Где-то в стороне он выпрыгивал. От атакующего 22-24. Тупак ставит точку в этой игре. Первый круг завершен. Бауманская проиграла 4 игры. Это очень много для Бауманской. Обычно Бауманская проигрывала только Виктории и Фортуне. В этот раз Бауманская потерпела поражение от Олимпа и Кировской. Ну, впереди еще второй круг. Надеемся, Бауманская исправит ситуацию, будет играть лучше, будет больше побед. На этом мы заканчиваем свой репортаж. Смотрим рукопожатия. Спортсмены благодарят друг друга за игру. Очень важный ритуал в волейболе, как и в любом другом виде спорта. До свидания, до новых встреч.